Другим темам. Новосибирская область – один из лидеров по вводу жилья среди регионов России. Темпы строительства из года в год бьют рекорды, а отличительной чертой является комплексное освоение территории. В частности, благодаря надежному застройщику, вот уже 25 лет растет и развивается Калининский район Новосибирска. Подробнее Андрей Баев. В уютном зале десятки самых разных людей – от представителей всех ветвей власти и священнослужителей до обычных работяг, чьими руками и был построен в том числе этот зал. 25-летний юбилей одной из крупнейших строительных компаний региона отмечают в торжественной обстановке. Гордиться есть чем. Кроме лидирующих позиций по количеству сданных метров жилья, социальная ответственность компании – как пример многим. Нам удалось построить самую большую школу за Уралом, самую большую поликлинику в городе Новосибирске. Мы отреконструировали два старых и построили три новых детских сада. Кроме этого, крытый ледовый каток, региональный центр фехтования и православный храм Андрея Первозванного. С благодарностью от епархии и верующих всего Калининского района Новосибирска. Я хочу вручить икону святителя Николая Ивану Леонидовичу. Это покровитель нашего города, святитель Николай. И пусть он помогает этой фирме всегда во всех добрых делах. Свой вклад в развитие строительной отрасли Новосибирской области эти люди будут вносить еще не один год. Эксперты уверены, развитие мегаполиса в этом направлении – перспектива лет на 20 вперед. Я считаю, что это один из флагманов строительного рынка, на который стоит равняться, у которого стоит учиться. И только хочется пожелать, чтобы компания дальше развивалась, строила больше замечательных домов, и чтобы как можно больше семей проживали в комфортных, замечательных условиях. Почетные грамоты и благодарственные письма в этот день вручили всем – от директоров до плотников и каменщиков. Андрей Баев, Борис Гладких, Новости ОТС.